болельщики уносили, проводили голосование, часто делают такие вещи, проводили, но успел все-таки. Снова Робин, но это похоже на пенальти. Это похоже на пенальти. Арьен Робин зарабатывает 11-метровый. Мы видели в первом матче несправедливый пенальти в сторону Реала. Там не было игры рукой, это потом все признали и вновь заговорили о видеоповторах. Но сейчас, похоже, все-таки опаздывает защитник и попадает Робину по ноге. Смотрим. Мы-то можем. Еще важно, что Кашин не показал Касемиру карточку. А такое тоже могло быть. Там была бы вторая. Но оставим это дело. И разбег, Левандовский, удар, гол! 1-0 Бавария, 2-2 в пользу мадридского Реала. Но это уже не 2-1. Тут нет, вот это уже становится интересно. Это уже интересно. Один гол, и все переворачивается. Еще раз напоминаем, 2-2 именно в пользу Реала. Я бы назвал это 4-4-2, 4-2-3-1, наверное. Подача, Роналду, гол! Криштиану Роналду забивает Томас Мюллер. Перед этим не смог зацепиться за мяч. Опять Роналду, третий гол в этом четвертьфинале. Величайшего игрока мадридского Реала. Уже можно об этом говорить. При всем том, что сделали футболисты эпохи Зидана, до них еще 50-х годов, выигравшие 6 кубков чемпионов, все равно Роналду уже сделал для Реала забивать. Еще одна подача, скидка, опасно вновь. И мяч летит в ворот. Это гол! Это автогол! И 2-1 Бавария выходит вперед. Неужели количество ошибок, неточностей, крохотных в итоге перешло? Ну, просто, а сейчас Мюллер сделал скидку грудью, после которой свои ворота забили игроки Реал Мадрида. Неважно. Ну, а теперь Артура Видаль все-таки уходит с поля. Артура Видаль уходит с поля. Этого сразу не отследили режиссеры. Но по взрыву было понятно, что произошло что-то серьезное. Видаль нарушил правила грубо, по мнению Каши. И уже и Рамос. Ох, какая передача, удар Роналду. И опять гол, и опять бежал к Нойеру. Что творит Криштиану Роналду? Четвертый гол в противостоянии с Баварией. Опять он в штрафной, опять его не могут закрыть. Вот это ошибка. Вот это ошибка защитников. Вот это надо говорить, что это ошибка. Это не технический брак. Вот это ошибка. Оставлять Рональду одного на 10-метровой отметке между там, двумя или тремя защитниками. Вот это ошибка. 99. Карвахаль сегодня проходил по центру. Марсело вышел 1-1. Передача, пустые ворота. Это гол. Это гол. И нет никакого офсайда. Это хет-трик Криштиану Роналду. 5 мячей. Ворота Баварии забивает Криштиану. Ну и Марсело однажды заманили центрального фланглого защитника в центр. И он там потерялся, не понимал Карвахаль, как завершать. Марсело не из тех. Он феноменально владеет техникой. Он прошел, прорезал центр обороны и сделал передачу. Идеально все, конечно. Своей смелостью. Марко Асенсио, еще одна контратака, догоняют его, но пропускают дальше. Асенсио забивает. Это 6-3 по сумме двух матчей. Это конец. Это мадридский Реал, который как только получит шанс воспарить над всем миром, он им пользуется. Это Реал Мадрид. Ну и красавец гол от Асенсио, который наевшихся уже